Добрый день! Мы рады приветствовать всех гостей на базе цифрового агрономического центра Target Agro на мероприятии «День агротехнологий 2021». Компания Target Agro занимается комплексной поставкой агротехнологий, которая включает все этапы растениеводства. Мы работаем с лучшими, проверенными, мировыми, российскими поставщиками, производителями. Наша цель – чтобы вы получали, наши клиенты, высокие урожаи и, самое главное, зарабатывали высокие прибыли для своего развития. Мы находимся на масштабном мероприятии. Сегодня на дне агротехнологий. Мы очень готовились к этому мероприятию. Сегодня у нас очень много гостей. Здесь мы представляем все агротехнологии, предлагаемые компанией Target Agro. Это и средства защиты растений, и семена сои, и цифровые направления. Я являюсь непосредственно руководителем в полетном проекте, который представляет собой два дрона. Это Acros T30, новейшая модель. Также мультиспектральный дрон, который делает картографию полей, оцифровку полей и мультиспектральный анализ посева. В нашей палатке сегодня представляли наш семенной завод, который открылся в этом году с новейшим оборудованием. Сегодня начало Дня агротехнологий в Амурской области. Это огромная площадка с массой выставок, линеек. Очень нужная и необходимая площадка для получения нового опыта, новых знаний, для того, чтобы в хозяйствах получать наибольшие, наилучшие результаты. No, it's actually one of the good exhibitions. На самом деле здесь очень много людей, и это одна из лучших выставок, которую наш гость посещал. Достаточно интересно, очень много машин. And Ну и, соответственно, мы надеемся, что в дальнейшем будут какие-то взаимоотношения России и Индии именно в этом секторе. Мы на мероприятии в гостях у наших партнеров Target Agro. Очень круто, что наши дистрибьюторы ведут такую плодотворную работу по продвижению, закладывают опыты, организовывают такие площадки. Это важно, что и появляются такие локации здесь, в этом регионе, для общения, для обмена опытом. Target Agro на данном мероприятии рассмотрел большое количество вопросов. Это и инновации цифровые, и обработка дронами, и показали работу препаратов в поле. В общем, широкий спектр. Я думаю, сельхозпроизводители Амурской области смогли в полной мере получить ту информацию, за которой ехали на данное мероприятие.